Всем хай! Ребятки, я недавно, относительно давно вернулась из Турции. И у меня есть данный розовый пакет. Но что же там внутри? А там косметика с рынка Турции. Ха-ха, вы что думали, я пошутила? Не, ит лол, это рыночек. Валик, ехмёк, но на самом деле все супер дешево. Знаете, на самом деле я в Турции была не первый раз, но в осознанном возрасте, в сознательном, или как это правильно говорится, первый раз. Потому что до этого я была с родителями, когда я там была совсем маленькая. И если честно, Турция, Стамбул для меня оказалась вообще не той локацией, на которую я рассчитывала, потому что там было очень много крутых штук. Зашла в магазин, здесь, короче, полно косметики, но, конечно же, мы с вами ее купим. Как это пойти в турецкий магазин и не купить турецкую косметику на продажу? Ой, господи. Она была бизнес-вумен. Проверку, вообще жесть. Как все это выглядит в магазине? На самом деле, ну, выглядит как обычно, но больше всего у меня вопросов к ценам. Чтобы вы понимали... Короче, я загуглила, эта помада стоит 60 рублей. И я просто такая, чё? И это одна из самых дорогих позиций, которые тут есть. Поэтому я чувствую, мы же с вами за 1000 рублей возьмем просто все, что мы можем взять. И я немножко сломана. Очень удобно, мне даже дали сумочку. Сумочка класс. Короче, смотрите, я накупила там, пользуясь случаем, в каком-то маленьком магазине кучу косметоса. Спойлер, в этом косметосе очень много подозрительно похожих на какую-то достаточно популярную косметику продуктов. Ну, например, вот это. Нашла помада прям как у Мэбелэна. И, типа, мне даже интересно будет протестировать, потому что, походу, это мой самый любимый оттенок, который у них закончился. Если это похоже, я буду это юзать. Как говорится, найди хотя бы 5 отличий. Ах, да, здесь белый колпачок, а здесь он серебряный. Супер стей матинг. Я только что заметила, что это бракован. Помада. Посмотрите. Тут брак. Скол. Я такое первый раз вижу. Блин, это реально кринж. Тут скол. Кошмар. Ладно, показываю, что я накупила. Тональный крем. Пудра. Штука для бровей. Штука для глаз. Также именуется как тени. Подводочки. Купила, потому что, ну, смотрите, ну, что за зарский дизайн. Какую-то поводку купила. Там прям бриллианты. Это, конечно, для элиты. Ну, не для всех продуктов, но я решила взять. Тушь. Не помню, что. Еще одна вещь для элиты. Надеюсь, она норм. Блин, давайте откроем вещь для элиты. Что это вообще такое? Не понял. А почему она выглядит так, как будто ее уже миллион раз использовали? Я первый раз ее открыла. У меня так много вопросов и так мало ответов. Почему эта элитная вещь меня разводит? Как бы за что я плачу свои деньги? Ну, вы видите же, да, что... Ну, обычно так выглядит подводка, когда ты ее уже использовал. А вот на сводчих она, конечно, классная. Ладно, я рискну, я не знаю, кто ее использовал, но я попробую использовать тоже. Надеюсь, я не взяла тестер. Начнем с тонального кремчика. Стоил он 59 турецких лир. Надеюсь, я правильно назвала валюту. Распаковочка, чек. Будем немножко кринжовым блогером. Ну как, немножко. Значит, что у нас здесь обещают? SPF есть, 24 часа стойкости есть, витамин Е есть, и нечто, что написано, аминовая кислота и сырир есть. 8 в одном. 8. Это больше, чем один. Больше, чем два. Проверка. Как прям зубная паста, можно открыть эту штуку. Ладно, хотя бы этим точно никто не пользовался. Ха, надеюсь, моя кожа выживет. Что ж, давайте его нанесем. Кажется, цвет сразу не мой. Ах, это самый светлый оттенок там был. Ну да, цвет, конечно. О, какой кошмар. Черт. Фу, как это плохо, это прям отвратительно. Нет, серьезно, почему? Почему BB-крем? Во-первых, имеет текстуру очень плотную, но это явно не BB-крем, он не такой. А вот почему он такой темный? Он должен был быть светлее, это самый светлый оттенок, он вообще-то 0.1 назывался. Ребят, это просто жесть, он подчеркнул все говно, которое есть на моем лице, которое даже я не знаю. Капец, как это вообще возможно? Топ-10 моих нелюбимых тональных кремов, это просто сразу в отстой уходит. Поэтому я не буду давать второй шанс, я это никому не отдам, потому что обычно косметику, которая мне не супер подходит, я стараюсь кому-то отдать, потому что людям обычно она подходит, ну, потому что, почему нет? Да. Нет, это не значит, что я мусор складываю, это значит то, что не все мне подходит, и я даю дальше подругам, которые хотят попробовать. Вдруг они для себя что-то находят. Они находят. Не буду оправдываться. Почему я вообще оправдываюсь за это? Господи, какой ужас. Ладно, добавим еще. Нет, я же не могу с одной стороной остаться, а он вообще не растушевывается, он очень плотный. Трудно будет посчитать три вещи. Первое. Сколько раз я делала обзоры на косметику? Второе. Сколько раз я делала проверки салонов красоты? И третье. Сколько раз я рекламировала дебетовую карту Тинькофф Блэк? Что может быть приятнее, чем кэшбэк рублями до 30%? А я скажу. Доход на остаток и крутой дизайн. По которому вариантов, между прочим, больше, чем оттенков розового в маникюрном салоне. Так вот, если вы меня слушали и уже оформили себе карту, вы можете стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом, знаете в сколько? В 200 миллион рублей. Что для этого нужно сделать?
Рекомендуйте другу оформить карту Тинькофф Блэк, отправив ему свою индивидуальную ссылку приглашения до 20 декабря. Сгенерировать ее можно будет в описании по ссылочке, ну или в приложении банка. За каждого приведенного друга, который начнет пользоваться Тинькофф Блэк, вы получите 1000 рублей, а друг при этом получит бесплатное обслуживание своей карты навсегда. Каждый ваш приглашенный друг увеличивает шансы на выигрыш. Чем больше друзей пригласите, соответственно, тем больше шанс на победу. А после приглашения оформить Тинькофф Блэк хотя бы одного вашего друга, период акции, вы автоматически получаете шанс выиграть денежный приз за всех ваших друзей, которые в этом году оформили Тинькофф Блэк. Так что если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Блэк, то ее можно оформить по ссылочке, которую я оставляю вам в описании. Важно, розыгрыш денежных призов проходит каждую неделю. Приглашать друзей можно до 20 декабря, а главные призы будут разыграны в прямом эфире 25 декабря. В общем, ладно, пока я борюсь с этим тональным кремом, немножко вам расскажу про Турцию. Мы когда с родителями туда приехали, это получается был где-то сентябрь, я, конечно, максимально офигела, потому что нам посоветовали район, который называется Кидыкёй. Я спросила у подружки, типа, куда мне лететь в Турцию? Она такая, ну, тебе точно на Кидыкёй ехать? Я такая, ну, Кидыкёй, Кидыкёй, я там не была, я не знаю. Сказала родителям, го Кидыкёй. Они посмотрели на сайт, такие, что-то не поняли прикола этого Кидыкёй. Я умоляю, скажите, что я правильно произношу название, потому что мне кажется, что я лажаю. Идем гулять, и у меня просто лицо лица, потому что там куча аниме-магазинов. Честно говоря, я реально, ну, не думала, что я найду в Турции куча аниме-магазинов. У меня, конечно, очень извините, но в Корее куча аниме-магазинов как бы нет, а в Турции есть. Но копила там просто дохренища всего. Ну, например, эту футболку я купила в Турции на рынке. Да, понимаете, там была целая куча футболок с Бакугой и вообще целая куча аниме-персонажей. Так, тем временем с Тоном мы спасибо большое, что закончили. Это сразу уходит в утиль, это нам не надо, это мусор. Бай-бай. Ну, следующий этап, конечно же, пудра, потому что он еще даже как-то очень странно блестит. Мне вообще не нравится. Оцениваем пудру. Это пудра, которая тоже называется Габрини. Тоже самый светлый оттенок должен быть. Проверка. Ну, ладно. Пуховочки я люблю. По цвету они абсолютно одинаковые. Как плохо. Ужасно. Это настолько плохо, что даже смешно. Фу! Но матирует хорошо. Я думала, вам без голубой подсветки будет более видно, какого она цвета, но кажется, что этого не супер видно. Ну ладно. Это темная пудра. Как будто бы в этом есть что-то удивительное. Просто я привыкла к тому, что у меня обычно как бы средство подходит под цвет кожи, а здесь не подходит, хотя самый светлый оттенок. Ну такая она была недовольная, конечно, недовольная, ну что поделать. Знаете, захотелось сделать полезное дело и загуглить, кто такой вообще Габрини, что это за бренд такой. О, оказывается, он даже у нас продается. Ну, естественно, что у нас не продается-то. А можно, пожалуйста, как-то больше подробной информации об этом Габрини? Он предлагает всего лишь мне зубную помаду от Марви за 1265 рублей. Габрини Косметикс, вызываю вас. Что? Почему? Ребят, этот Габрини Косметикс, знаете, сколько стоит на сайте? Я в... 1600 рублей, что? За косметику с рынка Турции, что за хрень? Нет, ну это, конечно, коммерсанты, ребята, вот, ну тут ничего не скажешь. Продавать за такие деньги турецкую косметику, меня, конечно, это поразило, просто жесть. Как это пойти в турецкий магазин и не купить турецкую косметику на продажу? Может, это все выглядит как реклама, ладно, давайте забьем, это не важно, потому что это не реклама. Ну да, она была рекламщицей рынка с Турции. Я пока что могу только назвать себя ходячим Алиэкспресс рекламой. Не знаю, хорошо это или плохо, в общем-то это хорошо. Я бы хотела быть амбассадором Алиэкспресс. Алиэкспресс? Позвони, плиз, я богачка. Я могла допустить такую оплошность, что не купила румяна? Она купила просто миллион карандашей и всякой такой фигни, но не купила румяна? Что это, может быть, это румяна? Увлажнение и цвет, 3 в 1. Жесть. Следующий бренд, к которому мы переходим, называется бренд Ушас. Штука для бровей. Здесь 3 оттеночка. Вроде как они даже такие серые, ну посмотрим. Ну попробуем средним цветом. О! О, вот это хорошо было. Ну, слушайте, вот это сразу видно, сделано для людей. И не придраться, и не обосрать. Одни, наверное, из самых прикольных теней, которые я когда-либо использовала на своих бровях. Хотя я вообще не люблю тени. Но это просто шикарно. Цвет, во, настроение, во, отлично. Ребята, просто кайф. Ой, ну просто не брови, а фантастика. Выщипать бы их еще, но это не важно. В Турции очень много котов. Вы знали об этом? Я, например, ну, слышала, что, в принципе, в Турции любят котов. Но мне казалось, что котов любят везде. А там, оказывается, их очень сильно любят. Там было так много котов, что куда бы мы с мамкой ни ходили, коты были просто везде. И это было так потрясающе. Ты просто идешь, и котик
тут, котик там, котик сям. Обожаю котов. Котики очень милые и пушистые животные. Ну, бровям, конечно, я ставлю такой же лайк, как всем котикам, которых я видела. Кстати, некоторые коты были похожи на котов, которые живут у меня дома. И, знаете, эти котики к тебе подходят, а я обычно, ну, стараюсь не то, чтобы не трогать уличных животных, но мне как-то становится очень некомфортно, потому что я их трогаю, начинаю их там, не знаю, любить, вот это вот все, а потом грущу, потому что я сразу вспоминаю о моих домашних котах. Вот, а тут они подходили, и некоторые были похожи на Эвила первого, Эвила второго, и я такая, какие маленькие, миленькие коты. Тени. Тени от бренда, опять-таки, Ушас. Ну, бренд Ушас у меня сейчас находится на бровях, он мне понравился. Надеюсь, здесь не подведет. В принципе, много красивых оттенков, они мне правда нравятся. Сделаем что-нибудь такое. Ну, возьмем бежевые тени и добавим. Не знаю, как вы относитесь к Турции, кстати, вот кто там был, что вообще о ней думаете, потому что, ну, как турист на несколько дней мы залетали, мне прям понравилось. Еще там очень крутой аэропорт, он прям вообще какой-то гигантский. Ребят, ну, слушайте, вот бренд Ушас как-то вообще удивляет. Не то, чтобы это, наверное, стало моим новым любимым брендом, потому что все еще есть некоторый скептицизм по отношению к косметике с рынка, как она задвинула, скептицизм по отношению. Понятно, понятно. Но прикольно. Лучше, чем Colourpop в коллаборации с BTS. Ну вот серьезно. Даже не ожидал такого. Кстати, походу, эта палитка даже можно контуринг делать, потому что цвета уж больно хороши. Или нет? Показалось на секунду, что у меня началась аллергия. Как будто бы прибегает глаз. Если глаз отечет и опухнет, знайте, у меня началась аллергия. Так, что можно придумать прикольное? Ну, давайте возьмем какую-нибудь мягкую кисть. Вот этот вот оттеночек. И начнем его тушевать вот сюда. Ой, мне пришел мой напиток. Сейчас я вас покину, когда закончу этот глаз. Хочется сделать такое что-то с намеком на цивилу, потому что давно не делала никакие цивильные образы. А вот цивильный образ, мне кажется, турецкой косметикой сделать самое то. Ну, конечно же, разбавив цивильный образ огромными стрелками. Тем более, что стрелки-то я накупила там знатные. Кстати, что еще мне очень понравилось в Турции. Я понимаю, что, возможно, я звучу как человек, который в первый раз куда-то выбрался. Ну, по факту, первый раз выбрался в Турцию. Я видела много ребят с ярко-крашенными волосами. И, честно говоря, даже вот в сравнении с Кореей, а не влог у меня выйдет позднее, то есть в Корее вы крайне редко в Сеуле увидите не иностранца, а местного с яркими волосами. Но я буквально за все время таких ребят встречала только в районе Хонде, который считается молодежным, и то их было очень-очень мало. Не знаю почему, но вроде как говорят, что там это не супер приветствуется, потому что это сильно выделяет тебя, а не в целом не то, чтобы были фанатами выделения. Звучало неоднозначно. Выделение, господи. Вот в Турции, что меня правда покорило, еще когда я ехала в такси, подъезжали к отелю, как раз таки вот этот вот наш район. Кстати, вот эти тени оказались говно какое-то. Там прям было очень много и девушек, и даже каких-то парней встречала с яркими крашенными волосами. Было прям прикольно. Чувствовала там себя в целом даже достаточно большим цивилом, потому что я тогда еще была с длинными волосами своими. И я такая, блин, вот люди живут лучшей жизнью со своими цветными окрашами, с яркими стрижками, с короткими волосами. А я тут как цивил с этими длинными волосами. Раздражает меня, еще и жарко. Ох, как хорошо, что я снова подстриглась. Конечно, это не значит, что у меня снова нет навязчивой идеи о том, что я должна снова отрастить волосы. Ну как отрастить? Нарастить. Но пока что я довольна. Я продолжу наслаивать эти тени и возьму себе напиток, потому что хочу кофе. Я только что заметила, как сильно осыпаются тени. Это просто жесть. Я этого даже не видела, потому что, ну, знаете, вот есть такие некоторые вещи, о которых ты уже забыл, потому что я не помню, когда последний раз у меня нормальные так тени осыпались. А здесь просто все в тенях. Жесть! Смотрите, вот типа я открыла просто мой альбом из Турции, и здесь одни сплошные коты, мама с котами, я с котами. Коты просто очень милые, а это реально как Child, он похож на кот по имени Child, Эвил второй. И просто там их так много, все в котах, в основном все фотки это я, мама, коты и еда. Ставь лайк, если жиза. Очень познавательное селфи. Кстати, с футболочкой Бакуга, конечно же. Коты реально везде, вас задолбали уже коты, потому что я хочу показывать котов миллион лет. 10 часов видео, как я показываю кота. Она была как Леди Гага. Рандомная фотка с соленьями. Поехали дальше. Ну что ж, посмотрим коричневый цвет, на что ты способен. Что-то каша получается на глазах. При том, что я реально даже стараюсь. Что-то вот тени как-то подвели. Хотя для меня тени это всегда было маркером хорошей косметики. Потому что с остальным все-таки как будто бы даже проще. А вот тени это сложная история. Видите, все пятнит. Ну за что? За что мне эти пятна? Я не понимаю. Я не хочу, чтобы у меня были пятна. Я хочу, чтобы все ровно ложилось. За что? За что ты так со мной? Турецкая косметическая теневая штука. Это когда ты понимаешь, что несешь какой-то бред, и ты такое доводишь его до идеала. Корейская, господи, турецкая косметическая штука. Во! Ладно, я по-бырому сделаю второй глаз, потому что это невозможно. Я не могу смотреть на это, мне прям нехорошо. Восточный макияж арабский.
«Восточная ночь». Кстати, на тему восточного макияжа я же покупала курсы у Гуар. Ага, я купила самый дорогой курс у нее по макияжу. Я в итоге так и не смонтировала видео, потому что я не знаю почему, но что-то мне не захотелось это монтировать, уж больно. Не помню, почему не смонтировала. Вы хотите видео про макияж от Гуар? Витисян? Будем повторять вместе с ней. Учиться краситься и делать из себя ту самую восточную красавицу-принцессу. Это, кстати, не ирония была. А что, а вдруг получится? Спойлер, у меня не получилось. Но вдруг у кого-то другого получится. Возилась я, короче, возилась с этими тенями. В какой-то момент я даже подумала, возможно, мне есть смысл взять какие-то другие тени и просто все это набодяжить поверх, чтобы не выглядело настолько плохо и кринжово. А потом подумала, блин, а вот кому это вообще надо? Мы же хотим посмотреть не на то, что я сделала какой-то классный макияж, а на то, как косметика себя ведет. Но если она ведет себя плохо, это вообще мои проблемы. Почему я должна эту косметику прикрывать нормальными моими любимыми палетками? Что думаете? Вот я думаю, что я сделала правильный выбор, когда решила все-таки добить это этой косметической продукции. Ну, давай вот так вот. В принципе, миллион тысяч лет спустя, миллион слоев тоже как бы спустя, как будто бы что-то стало даже получаться. Как будто бы это выглядит даже менее кринжово, чем могло бы выглядеть. Но, конечно, человеку без опыта, знаете, с такой косметикой не супер. Вообще, кстати, на тему человека без опыта, вы знаете, у меня такие большие проблемы с детской косметикой, я вообще не понимаю. Ребенок, ну, очевидно, пока еще человек без опыта. Ну, по крайней мере, большинство людей, детей, наверное, не супер сильно шарят за косметоз. Я вот не понимаю, а, собственно, а зачем покупать детям, я имею в виду не маленьким, которые там, типа, косметика детская, а, ну, просто человеку 9 лет, он решил покраситься. Зачем покупать ему отстойную какую-то косметику? Уж лучше купить ему нормальную детскую косметику, и пусть он ей пользуется и учится. Типа, круто, если кто-то может позволить детям там покупать какой-нибудь, я не знаю, морфий или что-нибудь такое. Это здорово. Но если нет, почему бы не покупать как минимум просто не хлам, от которого непонятно с каким составом создан, на детскую кожу, чтобы потом у ребенка еще появились прыщи? Ну, короче, я хз. Я бы все-таки была за то, чтобы ребенку давали нормальную косметику. А почему я вообще про это стала говорить? У меня была какая-то мысль, но я ее забыла. Возможно, и меня так сильно подгорает с детской косметики из-за адвент-календаря, который я распаковала. Я не знаю, что-то резко стало гореть. Ох, ждите, сейчас домыслы будут, наверное, Лиза беременна. Нет. Я сейчас решаюсь сделать что-то очень экстремальное, добавить шамирок. Ладно, это не такое уж экстремальное оказалось, просто в упаковке шамирок не выглядит круто. А на глазах как будто бы он даже, ну, как восточный шамирок. Слушайте, ну такой красивый, прям влажный блеск. Вот за это хвалить могу, конечно. Люди так мало кого-то хвалят, это так неправильно. У меня есть два карандаша для глаз. Почему так все воняет, я не понимаю. И вот этот карандаш для глаз опять выглядит так, как будто им уже кто-то попользовался, и этот кто-то была не я. И это, кстати, каялы. Ой, ну, по цветам красиво. Черный, я думаю, мне сейчас не пригодится, а вот коричневый, как раз-таки, который вызывает мне больше вопросов на тему своей использованности, я думаю, можно использовать. Погнали. Это, мне кажется, то, что я сейчас делаю в первый раз на своем канале. Я никогда не прокрашиваю вот эту штуку. Я даже не знаю, как эту штуку называют. Каялом. Вообще не моя тема. Не люблю так. Но мы же хотим восточный образ, не так ли? Нет, но она, конечно, была экстремалом. Тут вообще не поспоришь. Не умею работать с этим продуктом, даже придуриваться не буду. Лиса, ты же бьюти-блогер. Ты же, типа, у тебя там 3 миллиона подписчиков. Какого хрена ты не умеешь работать с каялом? Любой лох умеет работать с каялом, а я не умею. Сильнее слизистую мы тоже покрасим. Если со мной что-то случится, вы узнаете об этом первым в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Но вроде бы как будто бы норм. Кто дурак? Поднимаю руку. Я что-то не заметила, как у меня камера перестала писать и просто накрасила ресницы. Ну, только, правда, на одном глазу. Поэтому давайте накрасим их сейчас на втором. Но спойлер, я думаю, вы уже видели по поводу этих ресниц. Вот так вот выглядит тушь. Вид у нее, конечно, не то чтобы самый презентабельный, но... Да, с этим нам предстоит работать, а мне придется как в первый раз делать вид, что «О боже, что за тушь? Она вот такая!» Вот такие у меня впечатления, потому что кто-то уже, конечно же, затупил. Но, в общем, несмотря на все это, тушь, я думаю, вы видите сами, вполне себе норм. Ну, типа, даже очень норм. Реснички получаются знатные. Правда, только лишь пока верхние, а вот нижние я все еще не накрасила. А если вы хотите лотерею топ-10 лохов из аниме, то я занимаю в ней топ-1, потому что я накрасила ресницы, но я забыла про то, что у меня аж целая куча подводок. И подводку красит глаза, когда у тебя уже накрашены ресницы, весьма неудобно, по крайней мере мне. Кто-то всегда должен быть в топе хит-парада топ-10 лохов из аниме. Ну, буду я. Ладно, что, вы думаете, меня этим можно напугать? Нет. Ресницы тем временем во. Да, с этим макияжем мне еще предстоит сейчас на съемки ехать. Какой ужас. Приступаем к самой интересной для меня вещи из этого косметического списка. Вот такая вот супер-мега-люкс подводка. Она просто драгоценная акабриллиант. Распакуем, чтобы не повредить свой маникюр. Ну, это такое, попытка в АСМР была только что. Ну, посмотрите, ну что за сиятельное богатство. Честно, надеюсь на то, что эта подводка окажется такой же сиятельной и такой же крутой на моих глазах.
Так, ну, фетр. С некоторых пор фетр мы уважаем, хотя мы никогда и, в общем-то, его и не то чтобы не любили. Рисует вроде как хорошо, тонко, красиво. Погоним. Ну, здесь определенно нужны стрелки «Мечта Востока». О, боже. Ну, в принципе, здесь настолько все активное, что я думаю, что «Мечта Востока» случится у нас... Спокойно, камера не падает. Блин, мне нужен какой-то официальный статус ввиду моего стрелочного скилла. Придумайте мне статус. Раньше я была жрица кривострелка. Пора уже как-то вырастать из этого. Давайте что-то новое. Вот честно скажу, посижу, почитаю все комментарии, потому что я очень заинтересована в своем новом статусе. Мне нужен новый статус. Кстати, стрелка почему-то, вот именно когда я решила новопендриваться, какая-то отстойная, ну ладно. В конечном итоге стрелка реально получилась неплохая. На руке мне как-то показалось, что он рисует достаточно тонкие концы, но что-то на глазах этого сделать не получается, но в целом и так пойдет. В принципе, этот макияж не то, чтобы как-то могли не супер крутые стрелки испортить. В принципе, точно так же они не могли бы его и спасти. Что я могу сказать про эту потрясающую, конечно же, тушь и подводку? Ну, подводка в целом не была такой уж и плохой, тушь в целом не была такой уж и хорошей. В общем-то, на этом у меня все. А эти тени, походу, не супер то, чтобы подходили под контуринг носа, потому что уж сильно они какие-то яркие почему-то именно на носу кажутся, а вот на глазах они такими мне не показались. Но в любом случае, что-нибудь сейчас придумаю. Хотя в целом не так уж, наверное, и плохо. Цвет, по крайней мере, нормальный. Он такой немножко с розовинкой, но я такое люблю, меня такое устраивает. А если уже стало хоть как-то лучше, то и хорошо. Считаем, что продукт норм. Хотя, знаете, в этой логике, в принципе, практически любой продукт, который тебе откровенно только лишь не вредит, норм. Что приехало нам там? Это что? Какой-то подарок. Приехала, посмотрю. Что это вообще такое интересное? Мороженое какое-то прислали? Блин, обожаю подарки, когда присылают. Что там, господи, оно такое холодное? Это еда? Не знаю, зачем я постоянно нюхаю вещи в этом виде. Походу, это еда. Ой, какая милота, как много бальзамчиков мне прислали. Короче, были бальзамчики и мороженое. Это так мило. Хорошо, что это прислали сейчас, потому что я этой ночью улетаю. Собственно, поэтому я опаздываю на встречу, потому что мне нужно успеть доснимать видос. Лечу, кстати говоря, в Дубай. Как понимаете, я немножко спешу, но мы с вами доведем дело до конца. Во-первых, вот эти вот сиреневые подводки. Мне правда очень интересно их проэкспериментировать. Но я думаю, вы сами понимаете, что их сюда вообще, ну вот, ну никак. Ну не нужна здесь сиреневая подводка, поэтому... Я не придумала, как подзабавить вас на телеграм-канал до этого, поэтому забавлюсь сейчас. В телеграм-канале я показала вам, как работают эти две потрясающие турецкие подводки. Ведь всем так интересно посмотреть, как работает турецкая подводка с бриллиантиками. Ребят, это вот для люкс. Только для VIP-девчонок, не VIP-девчонки, даже не подписывайтесь на мой телеграм. Только VIP. Другим, ну там нечего делать, там только вот обзор на такую косметику. А мы тем временем приступаем к обзору... Можно я просто не буду использовать средства? Я вот реально не хочу с герпесом в Дубай лететь. Это могла быть шутка, но я не буду так шутить. Давайте просто откроем, посмотрим. Но учитывая, что снимается оно как бы вообще по другому принципу, то страшно. Ну, вроде как не использовано, конечно, но... И пахнет как бы даже не говёно. И цвет вроде бы, блин, даже такой неплохой. Я, в общем-то, цвет-то выбирала... О, какой красивый цвет, блин. Какой красивый цвет. Ну ладно, ладно, я обязательно использую эту помаду как-нибудь в другой раз, потому что на цвет, господи, он просто потрясающий. Я так люблю такие оттенки, это мои любимые оттенки. И так тяжело найти похожий оттенок, потому что их реально вот... Они как будто похожие, но вот именно того самого нет. Следующий продукт посмотрим, потому что тот как-то опасно. Ну, ребят, ну не хочется, правда. Это опасно, это не то, это не все, и макияж у тебя вообще не такой восточный. Эх, как говорится, мои стрелки цвета Майбах. Ну так, конечно, не говорится, но будет говориться. Ага, поехали. Ну, слушайте, а вот этот цвет тоже такой профессиональный. Это цвет для тех девчонок, которые как бы себе цену знают, понимаете? Не то, чтобы они как бы прям вот, ну, типа знают, но они себя хорошо трезво оценивают. Представляю, как мозг лопается у нормального человека, который смотрит мой контент. Он вообще не понимает, что здесь происходит. Откуда все это количество подписчиков? Кто все эти люди, кто ее смотрит? Цвет, да, но что-то от как наносится, мне не очень нравится. Она слишком пластилиновая. Ну, типа, странное нанесение. Возможно, если бы я его использовала как обычно, то есть просто пальцами бы вот так вот нафигарила, было бы одно. Но за счет того, что я все-таки стараюсь сделать а-ля типа что-то восточного макияжа, то было бы странно, если бы я делала корейские губы. Что сказать про эту косметику? В целом, для косметики из Турции с рынка она, во, лучше, чем косметика с тайского рынка. Там, по-моему, мне не понравилось. Кстати, у меня есть видео про косметику с тайского рынка, оно, во. Люблю, целую, обожаю. Будьте королевами, богинями, царицами, султаншами, императрицами, кем вы там хотите быть, будьте лучшими. Мы сладкие малыши, чувак.